«Хочешь изменить мир, начни с себя». Эта фраза касается многих сфер жизни, в том числе и здорового образа жизни. Сегодня в Чебоксарах стартовал первый этап спартакиады органов госвласти. Впервые в этом году проходят соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Чиновников приняла у себя недавно появившаяся в республике Федерация стрелкового спорта и только что открывшийся стрелковый клуб. Как и положено, выступлениям предшествовали тренировки. Стрельба требует особой подготовки. На мой взгляд, конечно, намного сложнее, потому что работает рука, то есть нужно тренировать руку, чтобы держать пистолет, чтобы рука не дрогнула. 4 участника команды выполняют 5 пробных и 10 зачетных выстрелов. Пока рано еще результаты оценивать, но по внутреннему ощущению справились с первым заданием спартакиады успешно, готовились к этим стартам, ходили даже на тренировки. Особая ответственность в стрельбе. Почему? Потому что мы впервые в этом году включили в программу спартакиаду стрельбу из пневматического пистолета. Это олимпийский вид программы летних Олимпийских игр. Поэтому условия здесь совсем другие. И, соответственно, вот эта атмосфера, которая создана в этом стрелковом тире, дает такое дополнительное ощущение, что мы сегодня не только на обычной спартакиаде, а на больших официальных каких-то стартах. Эта спартакиада юбилейная, 15-я по счету. Кроме стрельбы, в программу соревнований включена и фитнес-аэробика. Победители спартакиады определятся только к концу года. Татьяна Молокова, Анастасия Алангина, Сергей Рябчиков. Республика.